водные биологические ресурсы из лодки выкладываются на береговой полосе для пересчета и осмотра ихтиологам. Около 2 тонн незаконно добытого краба изъяли на Сахалине. Сотрудники пограничного управления ФСБ задержали 4 браконьеров в Поронайском районе. По поводу обнаружения вас сегодня здесь, что можете пояснить? Предложили заработать денег, перевести краб. Задержаны 2 гражданина Российской Федерации и 2 иностранца, у которых обнаружено и изъято свыше 1900 килограмм краба камчатского без документов, подтверждающих законность происхождения улова. Данные экземпляры присутствуют самки, так и самцы. У самок под абдоменом округлой формы имеется икра. У представленных экземпляров наблюдается двигательная активность, но это не свидетельствует о том, что данные крабы смогут выжить в естественной среде обитания. По предварительной оценке, ущерб водным биологическим ресурсам может превысить 9,5 миллионов рублей. Проводится разбирательство, по результатам которого правоохранители примут решение о возбуждении уголовного дела.